В Алдайском районе сотрудники уголовного розыска полиции и Следственного комитета раскрыли убийство по горячим следам. Преступление произошло во время пьяной ссоры в гараже. Об исчезновении 45-летнего жителя Валдая его супруга сообщила в полицию 6 декабря. Заявительница рассказала, что накануне муж выехал из дома и пропал. При этом внедорожник был обнаружен в деревне Зимогорье. При осмотре автомобиля мужчины выяснилось, что совершено преступление. Отрабатывая круг подозреваемых, оперативники установили, что к нему может быть причастен 40-летний знакомый пропавшего, также житель Валдая. Вскоре полицейские задержали его на территории райцентра. Мужчина сознался, что распивал в гараже с потерпевшим и их общим знакомым спиртные напитки. Во время возникшей ссоры он выстрелил своего оппонента из ружья. Ранение оказалось смертельным. А расстояние? От... Ну, где-то вот, наверное. Так. Выстрел произошел? Произошел выстрел. Что с телом? Тело осталось сидеть. Просто голова наклонилась. Ну, после убийства подозреваемый со своим приятелем вывезли труп на машине убитого, чтобы скрыть следы преступления. Впоследствии тело обнаружено в лесном массиве недалеко от деревни Малое Городно Валдайского района. Также в водоеме в окрестностях Валдая правоохранители нашли ружье. По данному факту следователям Валдайского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, то убийство. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.